Всем привет! Сегодня мы приехали в поселок Туюк. Через поселок проехали, ушли налево в ущелье. Хотим пособирать грибов и, может быть, на водопады попасть, а может быть и нет. Машины внизу стоят. Вот так вот тут все вокруг. Грибов нету в этом ущелье. Сейчас поедем дальше. Едем дальше. Это дорога в сторону водопадов. Мы там уже два раза, да, были? Или три? Два раза, да. Приехали мы на родник. Мы уже здесь были. Серега с нами едет первый раз в этом году. Раньше-то мы с ним ездили. Передавай привет подписчикам. Че молчишь? Здрасте. Здрасте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот так вот красиво. Прям с-под горы. Все, умылся? Да. Теперь ты зарядился? Да, лесничего сказал, что грибов нету еще. Поехали на наше место. Ставить лагерь будем сейчас. 29-й. Вот нас дети запускают. Здесь вот так вот речка. Мы там останавливались, а здесь завернем направо. Тебя в кино покажут. Привет, передавай всем. Привет. Здравствуйте. Нитки, да, впереди, вот так вот. Во. Это что, осман, да? Нет. Да. Такая. Вот такой вот классный, потом пожарить его. Меня тоже слышно, да? Молодец. Ушел. Давай еще. Угу. Они видят? О. Это вообще капец. Сейчас отпустим. Да. Нет. Ничего он тебе не нужен. Вот так отпускаем его. Ушел. Ну сейчас еще поймаешь, давай. Что ты говоришь, Оль? О, нормально. Сюда убирай сразу. Рита, возьми. А, давай я. Вот такой вот. О, давай, давай, сюда убирай. Блин, Миша. Вытягиваешь и резко вон туда на берег, хорошо? Молодец. Потому что она, видишь, резкая какая. Сразу сюда. Серега, тут рыбное место. Вот так вот у нас здесь баня. Такие вот деревья. А. Оля. Хочешь рыбачить? Сейчас покажу, что сына поймал. Подожди, дальше, подожди. Чайку мы ловили на перемет. Отпускали. Прям капец, как. Что это такое? Шиповник. Я поймал. А что это, ягода? Угу.
перезакинул и поймал ягоду на дереве. Покажи. Вот смотрите, вот такой червяк. Я не знаю, он сантиметров 40, наверное, длиной. Вот он. Если его раз... Ну, он был длинный. Скрутился только что. Сейчас в воду попробую отнести. Я такое вижу первый раз вообще. Сейчас подцеплю. Офигеть. Вот я его вытащил с речки. Он не сантиметров не 40, а полметра, наверное. Кто знает, что это за червяк, напишите. Офигеть. Его размотал, он длиннее, чем 40 сантиметров. Сейчас покажу, поставлю камеру. Вот так. Мерзкий, конечно, руками брать. Он длиной. Так. Вот 40. И еще 20. Вот это червяк. Офигеть. Я такого еще не видал. Серега готовит сегодня скумбрия, морская рыба. Повернешь, покажешь, как там красиво. Но... Ты ее как-то замариновал или что? Да, там майонез, специи. Очень вкусно получается. Я пока спал, вы что, османа отпустили, да, всего? Да. Его нельзя же, да? Нет. Не придется нам пожарить османчика. Потому что он в красной книге. Давай, иди за него. Че, нырять будешь? Нет. Такой вот фонтан. Скважина бьет с земли. Здесь озеро прям целое. Это по дороге от Кигеня мы едем в сторону водохранилища. Как называется, где водохранилище, Оль? ГЭС которая? Майнакская ГЭС. Вот. В Кигене заправились и поехали. Получается, перевал там, который на Кигень. Туюг поселок там, где мы были, а Кигень вот он, его видно прям. А эта дорога получается в объезд перевала. А это что за штука такая? Метров 10.
Прикольно. Встретили на водопаде людей, подъехали. Мы, говорит, вас смотрим. Приятно, конечно, что вот так за 300 километров кто-то нас узнал. Договорились, телефонами обменялись. Может быть, даже куда-то совместно и поедем. Так что вот так вот бывает в жизни. Земля круглая, да, какая? Едем дальше. Скоро уже подъедем к нашему месту, куда мы едем. На водопаде, говорю, на фонтане. Ну вот мы доехали до нашего ущелья и поедем вот туда. Серега уехал домой, а мы поехали дальше путешествовать. В то ущелье, там получается, мы доехали до первого моста и дальше стояла палатка охотугодья. Охотники развернули базу и нас дальше не пустили, потому что сказали, стреляют. Мы вернулись, спустились с дороги вниз, а то ущелье там, спустились вниз, вот едем вниз, хотим проехать туда, посмотреть, что там, красота есть, нету. Вот так красиво все, смотрите, едем дальше. Кажется, мы приехали. Вот ямка. Да, мы думали, что попадем туда в ущелье, а дальше дороги нету. Вода, смотрите, какая кристальная, вообще чистая. Прозрачная прям. Офигеть. А, это походу, мы, наверное, может быть, родник отсюда выходит. Нет, место красивое все равно. Вон за камушком, там можно попробовать половить рыбу. Иду дальше. Вот глубокое место. Ох, чуть не упал. Вот здесь можно попробовать рыбу половить. Вот здесь можно попробовать половить. Ну, в принципе, вот и все, дальше уже. Хотя там вон можно пройти, посмотреть, что там такое. Может, там водопадик какой-нибудь есть. Сейчас дальше иду. Ох, ничего себе. Смотрите, какая красота. Офигеть, там озеро. Вот такие джунгли. Сейчас я вам покажу. Нифига себе, мы нашли место. Ай, колючки. Ох ты ж. Вот это вид. Нифига себе. Ха-ха-ха. Вот это красота. Офигеть. Стоило того, чтобы мы немного изменили свой путь. Просто вообще прелесть. Как красиво. Офигеть. Вы посмотрите, как мощно все. Там глубина. Там типа каскады такие. А, мы пришли оттуда. Смотрите, покажу, чтобы все видно было. Вот такая вот скала прям. Здесь река расширяется. Оттуда река приходит. Здесь вот такие горы. Там глубина прям вообще темная-темная вода. В
Здесь вот такая вот скала. Блин, как красиво. Здесь вот такое вот место, можно с ночевой сюда с палатками прийти. Смотрите, вот. Вот здесь рыба точно есть. Блин, как красиво. Офигеть, красота. Вот сюда с ночевой надо, да, приехать, чтобы прям быть? Чтоб прям здесь порыбачить. И вот смотри, под удочку место. Тут купаться. Оль! Можно? Да. Тут купаться можно? Да. А нам можно сюда? Угу. А тут есть змей. Змеи везде, сыночка, есть. Блин, как красиво. А весной оно полное. Вот это тут прям озеро будет стоять. Нет. Ничего себе, елочка растет. Прям на краю висит. Ого, над головой. Что, Юля, уйди отсюда. Не дай бог, обвалится что-нибудь. Офигеть. Как прикольно. Ого, какой водопад. Смотри, вон дырка сверху. Уйди, не дай бог, обвалится. Юля! Попробовали порыбачить, что-то не клюет. Рыбачим на донку. Маленький крючочек. Опарыш, червь. Нифига. Вот. Солнце за горой спряталось уже. Но все равно очень красиво. Там, скорее всего, водопад небольшой есть. Нужно будет попробовать в следующий раз на квадрокоптере пролететь, посмотреть. Мальки есть, вот я вижу внизу мальки. Плавает. Я сразу-то и не заметил мангалку. Смотрите, место-то оборудованное. Класс. Не надо с собой везти дрова, вот мангал. Такая зеленая классная поляна. Шикарное место. Коровы не ходят. Не засранное. Вот, по кругу покажу сейчас. Тут на травке полежать можно, классно.
второе ущелье. Мы были вот с той стороны, а вот еще одно дорога про него проходит через него. Вот дорога вниз есть, какая-то старая брошенная, но не знаю. Вот там красивое место было, где мы были. Думали, здесь может быть есть дорога. Вот приехали посмотреть, сейчас по бугру пройдем. И туда вниз уже время, правда, 7 часов, поздно спускаться. Сейчас глянем сверху вообще, есть туда спуск, нет. Вот она вроде идет, не сильно накатанная. И там, ну вот я вижу, скорее всего, за этим хребтом река идет. Да, а по вот этому хребту еще одна река идет. Итак, спустились 2 километра где-то вниз. Реки сходятся. Вон там 2 ущелья. Вот за этой горой идет оттуда. Его не видно, там река получается. Через скалы проходит. И вот там они соединяются. И эта речка, вот она идет. Не знаю, здесь можно будет проехать или нет. Но как будто бы не вижу, что там есть дорога. А вот здесь... Дорога, вон она спускается там, прям по этому, по ущелине этой. Там даже какой-то домик заброшенный вон есть. Ну, некрасиво, если честно. Я думал, туда подъезд будет к соединению рек, там вообще, наверное, классно. Может, там даже типа озера какого-нибудь. Надо со спутника посмотреть и уже на квадроцикле съехать, попробовать. Но это уже следующий раз. До машины очень далеко, вот так мы по хребту пришли. Все, мы едем домой. Посмотрели, подъехал местный житель, сказал, что можно немного дальше было проехать и просто посмотреть в ущелье. А так, говорит, спуститесь, подниметесь на гору, говорит, и спуститесь, там к реке можно, но пешком там нужно 2 километра топать. Но вниз все равно по этой дороге нужно ехать. Как-нибудь мы туда попадем, я думаю. Вот. Сказал, что вот это ущелье красивое. Вот следующая поездка, скорее всего, будет в него. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.